Дивитися бажано на камеру тут і прямо. А. Добре. Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гривенчук. Зараз поговоримо, що таке дифтерія та чому дорослим важливо вакцинуватися кожні 10 років. Про це нам сьогодні розповість Олена Агафонова, педіатриня, імунологиня, гастроентерологиня та лікарка вищої категорії. Пані Олено, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке дифтерія та до яких наслідків вона може призвести? А дифтерия – это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывается коренной бактерией дифтерия палочкой. И чем она опасна? Она очень опасна. Если сравнивать с другими инфекционными заболеваниями, то, наверное, дифтерия будет занимать одно из первых мест по количеству осложнений, по количеству тяжелых случаев и по количеству летальных исходов. И почему дифтерия, почему нужно прививаться от дифтерии? Потому что только прививка, только вакцинация защитить может полностью от развития тяжелого заболевания, от развития осложнений. И нужно сказать, что вот для дифтерии, для вакцинации от дифтерии характерно то, что должны вакцинироваться люди, которые даже перенесли дифтерию. Кроме того, вот этот иммунитет, он не является постоянным, поэтому каждые 10 лет проводится ревакцинация. И это положено делать в любом возрасте и до глубокой старости. Каждые 10 лет проводится вакцинация, и это, кстати, не только дифтерия, это дифтерия, коклюш и столбняк, потому что отдельно вакцины против дифтерии нет. Чем еще проблемна, собственно, дифтерия, что лечение, которое должно быть начато своевременно, иногда затягивается. Дифтерия очень напоминает по клинике ангину. Это те же налеты, это повышение температуры. Температура, кстати, при дифтерии не повышается до высоких цифр, что может тоже дезориентировать врача. И когда будет назначено лечение, уже токсины, а коринобактерия дифтерии, она тем и славится, что она выделяется в кровь токсины, которые поражают органы и ткани, и что это будет лечение начато поздно, и б, лечение проводится антитоксической противодифтерийной сывороткой. Не все страны производят эту сыворотку, мало стран производят ее, поэтому могут быть проблемы, если у нас начнется вдруг эпидемия дифтерии, могут начаться проблемы с лечением, вот, с поступлением сыворотки в достаточном количестве. И я еще раз напоминаю, что по клинике дифтерия напоминает ангину, поэтому трудно поддаются диагностике. И даже если диагноз поставлен вовремя и начато своевременное лечение, смертность составляет 1 к 10. То есть 1 из 10 правильно пролеченных пациентов должен будет умереть. Скажите, будь ласка, а в минулому році, так, в 20-му та в цьому році, чи відомо, чи йдеться, статистика ведеться, скільки є випадків таких? А на щастя, не було случаїв дифтерії, відповідно, і у дітей не було. Последні случаї дифтерії, 4 случаї були зафіксовані, а в 19-му году, ще до початку епідемії, обычно случаї дифтерії фіксуються у нас в Западній Україні. Это Ужгород, вот, как Закарпатская область, там чаще всего фиксируются случаи дифтерии. Но, учитывая уровень привитости, вот давайте вспомним, что последняя эпидемия дифтерии у нас была в конце 90-х, это 96-98 год. А почему так получилось? Потому что в 90-е годы, после распада Советского Союза и приобретения независимости, у нас появилась независимость во всем. И если раньше в Советском Союзе у нас привитость достигала 100%, ну, может быть, 99%, то вот после такой вот свободы и независимости
если родители отказывались от вакцинации, врачам было позволено не настаивать на этом, и у нас получился провал вакцинации в 90-е, в начале 90-х, что и привело к эпидемии конца 96-98 года. Я хочу сказать, что тогда отмечалось 20 тысяч заболевших и примерно 700 умерло людей при этом. После этого у нас улучшилось положение с вакцинацией, и своевременно она проводилась, и, в общем-то, большое количество людей, и детей раннего возраста, и взрослых были охвачены. Но сейчас, после начала коронавирусной пандемии, коронавирусной инфекции, опять охват прививками уменьшился, и в настоящий момент где-то дети первого года жизни, которые должны получить три первых вакцинации, первый тур вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка. Я хочу сказать еще сразу, что нет отдельно вакцины от дифтерии. Она входит в состав комплексной вакцины дифтерия, коклюш, столбняк. И сейчас этот охват составляет чуть больше половины, где-то 64-65%. А среди взрослого населения, там, где должны получать взрослые каждые 10 лет вакцинацию, получают ее примерно 37-38% людей. Это, конечно, малое количество, мы все время находимся в зоне риска. Мы опять находимся в зоне риска возникновения эпидемии. Власне, така кількість, так маленька кількість вакцинованих серед дорослих, чи можна спрогнозувати, до чого може призвести, чи йдеться про можливий спалах дифтерії найближчими роками, якщо ситуація з імунізацією буде така ж сама? Да, если ситуация будет такая же, если она уменьшится, то мы рискуем где-то в течение 5 лет получить новый всплеск, может быть, не эпидемию, а дифтерию, но новый всплеск из-за заболеваемости дифтерии. И здесь еще нужно сказать о том, что, возможно же, вакцинированные люди, я еще хочу сказать, кстати, зоны эндемичные по дифтерии. Если развитые страны, такие там, как Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия и так далее, там практически отсутствуют случаи дифтерии, потому что массовая вакцинация существует, то случаи дифтерии отмечаются в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Лаос. То есть это страны, которые сейчас стали популярными зонами туризма и для наших украинских туристов тоже. То есть даже если человек привит, он вакцинирован, допустим, от дифтерии, он поехал в Таиланд, и он там контактировал с больным дифтерией, он может не заболеть, но он может стать носителем. Он может приехать домой при отсутствии клиники дифтерии, при отсутствии заболевания, он привезет эту токсичную дифтерийную палочку, и человек, который не привит, он может заболеть, контактируя с ним. Поэтому это расширение туризма, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это тоже опасность завоза к нам токсигенных штаммов дифтерии и развития заболеваний. Я еще раз повторяю, что если у нас вдруг повысится заболеваемость, у нас увеличится количество случаев дифтерии, из-за того, что мало стран и в малом количестве производят антитоксическую, антидифтерийную сыворотку, мы можем просто остаться частично без лечения. Часть людей может не получить лечение вовремя. Поэтому вакцинация – это наиболее безопасный и самый лучший способ не заболеть, не попасть в такую тяжелую ситуацию. Чи можете, будь ласка, назвати кілька таких найхарактерніших симптомів дифтерії? Зрозуміло, що вона схожа на ангіну, звідси. Она и выглядит как ангина. То есть это боль в горле, это интоксикация, когда снижается аппетит, головная боль, вялость, слабость. И потом появляются налеты. Налеты считаются специфическими для дифтерии. То есть сначала они белого цвета, а потом они становятся такими грязно-серыми и плохо снимаются шпателем. Но увидеть это может только доктор, потому что я думаю, что пациенты самостоятельно налеты снимать не будут. Бывает отек шеи, тоже это характерно для дифтерии. Но, к сожалению, в последнее время такие
характерные признаки могут отсутствовать. Это дифтерия может выглядеть как обычная ангина или как обычный фарингит. Поэтому при появлении боли в горле, при появлении гнойных налетов обязательно делается исследование на коринобактерию дифтерии токсическую. То есть это пассив, это нужно делать обязательно при ангине. Добре, у нас питання з залу є декілька. У меня два вопроса. Первый вопрос – это как быстро в человеке развивается эта болезнь? И второе – как передается эта болезнь от человека к человеку или через какие симптомы? Спасибо. Это заболевание только антропоноз, то есть можно заразиться только от человека. Они переносятся животными. И есть два варианта дифтерии. Это дифтерия глотки и дифтерия кожи. Дифтерия кожи, она не такая токсичная, редко приводит к развитию осложнений. Дифтерия зева гораздо. Дифтерия носа еще есть, тоже редко, но бывает. Дифтерия зева, которая встречается наиболее часто, и заражение происходит контактным путем. То есть это общие могут быть предметы обихода, если больной пользуется посудой в семье общей. Чаще всего бактерия передается при разговоре, кашле, чихании с капельками слюны. Или при контакте с кожей больного, если это кожная форма дифтерии. Обычно предшествует инкубационный период, это 5-6 дней, потом продромальный период, где-то до суток, когда появляются уже первые симптомы, может быть, вот это интоксикация, слабость, вялость, появляется небольшая боль в горле, и затем развивается клиника заболевания. И хочу сказать, что где-то уже через несколько дней, 5-6-7 дней, могут появиться осложнения. Самое опасное осложнение – это миокардиты, это заболевание, воспаление сердечной мышцы и поражение нервной системы. Бывает реже, может быть, оно не так опасно, как миокардит, потому что наряду тоже еще с поражением почек, редким, но опасным, поражение почек может привести к почечной недостаточности, естественно, летальный исход, и воспаление сердца, тоже сердечная недостаточность. И даже если не было сердечной недостаточности, было только воспаление, больной потом восстанавливается в течение очень долгого времени, долгих месяцев, и чрезмерные физические нагрузки после дифтерии могут привести тоже к сердечной недостаточности, к смерти уже даже через месяц, может быть, после перенесенной дифтерии. Вот чем опасно это заболевание? Своими осложнениями больше. Отже, дорослим варто прививатися, так, повертаючись до імунізації, кожні 10 років. Нагадайте, будь ласка, щодо дітей, з якого віку і скільки разів? А на первом году жизни наши дети получают первый тур вакцинации. Это 2-4-6 месяцев по новому приказу. Комплексная вакцина АКДС, дифтерия, коклюш-столбняк. Но мы нашим детям еще прививаем гепатит и гемофильную палочку. И хотя некоторые родители боятся, что ребенок еще маленький, мы привьемся позже, но нужно сказать, что у детей первых 2 лет жизни иммунная система устроена таким образом, что они лучше воспринимают эти прививки, чем взрослые. То есть дети вот в этом возрасте как раз могут получить основную дозу, основное количество вакцин. А в 1,5 года у нас проводится первая ревакцинация, тоже комплексная вакцина, дифтерия, коклюш-столбняк, и в 6 лет у нас вторая вакцинация. Дальше в школе 14-16 лет. Это те вакцины, которые, в общем-то, за которыми следят и делают регулярно. А вот дальше каждые 10 лет должен каждый взрослый самостоятельно следить за своим календарем и прививаться вакциной дифтерия, коклюш, столбняк каждый один раз в 10 лет. Тобто 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, потім у 6 років, у 14. Нет, ще є перше 1,5 года. Ага. Ещё года. Ребенок, который идет в школу, он должен иметь 4 вакцинации 4. Против дифтерии. И это это такое правило. Если ребенок едет учиться за рубеж, и сейчас многие дети отправляются за рубеж, то там будут считать 1, 2, 3, 4, вот эти 4 обязательные. Дальше уже на совести
взрослых. Еще питание? Мы уже поняли, что вакцинироваться надо. Болезнь очень серьезная. Это вакцинация бесплатная или платная? Если это... платная, то сколько приблизительно? Это зависит от того, какой вакциной вы хотите вакцинироваться. В поликлиниках у нас вакцинация бесплатная и для взрослых бесплатная АКДС, но чаще всего это вакцины индийского производства. Ну, даже я бы сказала, что не чаще всего, а как правило. Если вы хотите привиться вакциной бельгийского производства, Бустрикс, для взрослых, кстати, вакцина это имеет меньшее количество... не компонентов, а состав там, дифтерийного анатоксина меньше, чем для вакцины для детей. Это специальная вакцина для взрослых. И ну, если вы хотите привиться этой вакциной Бустрикс, то это частные клиники, но это выйдет примерно 1000 гривен. Это осмотр врача, привив, то есть все в комплексе. Дякуємо вам. Я нагадую, що в наших гостях була Олена Агафонова, педіатриня, імунологиня, гастроентерологиня та лікарка вищої категорії. Вона нам розповіла, що таке дифтерія та чому дорослим важливо вакцинуватися кожні 10 років. Також я хочу проанонсувати та розповісти, що в нас буде завтра. Завтра об 11:15 у нас буде прес-конференція. Так, у нас буде соціологиня, яка розповість про довіру до політиків та політично-суспільні настрої населення, так, в кінці року. А о 12-й до нас завітають дайвери, які щорічно перед Новим роком встановлюють ялинку на дні кар'єру. І нагадую, що минулими роками там була глибина понад 40 метрів, тому це дуже цікаво, і, власне, про це нам завтра і спікери розкажуть. Якщо ви бажаєте щось у них запитати, або ж спитати якесь питання щодо першої так, прес-конференції про довіру до політиків та політично-суспільні настрої населення. Наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі, телефон прес-центру. Дзвоніть або пишіть, шукайте дописи прес-центру прямо у коментарях, задавайте свої питання або ж пропонуйте ваші теми, які вас цікавлять. Ми обов'язково їх побачимо та про них розкажемо на телеканалі «Відкритий». З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.